Экзотические одежды, юрта и верблюд. Вы, наверное, думаете, что нам удалось побывать где-то в Средней Азии? Совсем нет, мы находимся в 10 километрах от Сергиева Посада. Здесь расположился этнический парк «Кочевник». Этнопарк появился на территории Сергиево-Посадского района несколько месяцев назад. Начинался с одной юрты, а сейчас вырос до размеров небольшого поселка. Здесь собрана коллекция элементов быта древних кочевых народов, в том числе домашний скот. В зверинце этнопарка живут яки, гуси, ездовые собаки и даже верблюды. Так что войти в образ сурового монгольского воина или гордого хана, предводителя кочевников, не составит труда. Парк будет состоять из 4 зон. Это монгольский двор, тюркский двор, северные народы и зоодвор. Мы находимся в монгольской юрте, которая по строению вообще применяется монголов, бурятов, тувинцев, калмыков. Простые музыкальные ритмы заполняют помещение, которое на протяжении тысячелетий являлось домом для кочевых народов Средней Азии. Аскетичный быт не лишен своего изящества и уюта. Однако в суровые зимы в таком домике было непросто согреться. В этом кочевникам помогали не только меховые шкуры, но и горячие напитки. Бурятский чай готовится из зеленых сортов чая. Туда же добавляется молоко, топленое или сливочное масло, соль по вкусу, жареная мука. Такой напиток позволял кочевникам согреться даже в самые суровые зимы. Так и переживает Сергиево-Посадский район нашествие кочевников, упорных и трудолюбивых, но весьма дружелюбных. Несмотря на говорящее название, этнопарк «Кочевник» срываться с места не собирается. Гостеприимно ждет поклонников культурных ценностей. Александра Гранич, Вадим Бежевец, телерадиокомпания «Щелково».